Перлота 86 877, цена 3490 рублей. Тепло, уютно, ну и, конечно же, роскошно. Кать, давай рассматривать. Во-первых, сколько цветов? Сразу же возникает вопрос, есть наличие цветов у нас несколько, и цвета у нас потрясающие. Почему? Потому что они, с одной стороны, насыщенные, модные, но слегка перепудренные. Вот ты сейчас правильно взяла красный. У нас есть вот такая мята, девочки. А вот эту куртку я себе уже заказала, я уже влюблена была сразу, потому что она и в первый мир в добрые люди, и самое главное, под все возраста подходит. Более того, ты знаешь, я заказала несколько. Я долго думала, что маме купить в плане курток. У нее есть уже пальто стеганое, я себе заказала тоже у нас. Но вот эта куртка меня влюбила по многим параметрам. Но у мамы розовый, я ей взяла розовый. Такой тоже нежная пудра, вот такая великолепная цвет. Нравится. Ну и синий, классика, классика, который тоже очень молодит. Вообще синий цвет я очень советую, Оксан. Почему? Потому что этот цвет еще и фантастические вещи с нашей жизнью делает. Я тебе непременно об этом расскажу. Вот этот синий цвет, конечно, еще и освежает. Замечательно. И посмотри, как стройнит. В принципе, весь силуэт нашей куртки продуман таким образом, что она невероятно стройнит. И здесь, конечно, посмотри, какая фурнитура. И великолепная вот эта шелковая отделка с помощью кулисы, да, сделана. Кулиса непростая, с этими прямоугольными элементами фурнитуры. Очень классно сделан у нас капюшон. Обвязан. Ты видела, что здесь вот эта вязка? Уютненько, да. Мягенько. И синенько, Оксан. Вот да. Это, да, такая замечательная вязка, да. Она как раз работает на то, чтобы смотрелась наша куртка очень-очень сильно, плюс обеспечивает дополнительную защиту и тепло. С помощью кулисы мы замечательно берем и затягиваем. А это специальная цена, вот открою тебе такую тайну. Посмотри, что почти 9 тысяч стоила эта модная, элегантная, дизайнерская вещь. Сегодня производитель, поставщик делает подарки для наших телезрительниц прямо в прямом эфире. Цена упала на 5500 рублей. 5500 рублей сегодня остается в вашем кошельке, а вот 3490 рублей, считаю, для этой куртки, это просто, Оксана, подарок. Это бесплатно, это просто даром, потому что качество этой куртки, это что-то фантастическое. Я была в магазине буквально недавно, я понимаю, что такая куртка на весну просто незаменима, потому что она легкая и комфортная, Оксана уже хочет заглянуть внутри недаром, потому что Оксана у нас, знаете, всегда проверяет качество первым делом. Согласись, что куртки такого качества, я была в магазине. Очень много интересных 15, Оксана, самая дешевая была на распродаже. 15. Ты понимаешь, да, разницу сейчас? Я знаю. 15. Тебе еще повезло. 20-25. Мы делали недавно маркетинговое исследование в интернете. Казалось бы, цены должны быть ниже. А нет, в интернете нет, такие дороже, куртки стоят дороже. Сколько много интересных оригинальных деталей. Звезды. Да. Действительно, звездой становишься. И надеть ее можно куда угодно, девочки. Отправиться на прогулку с ребенком? Да. Пойти в гости? Да. Пойти на прогулку? Безусловно. Здесь еще наши великолепные молнии декоративные. Посмотри, как работают. Они волшебным образом вытягивают вашу фигуру, они преображают. Мы с вами больше не думаем о том, что нужно на диете нам посидеть. Не надо, куртка работает за нас. Но самое главное, наполнитель никуда при стирке не сбивается. Почему? Да, потому что, да, правильно показано, что у нас там карманы есть. Потрясающее решение. Действительно, спрятаны карманы. А при стирке, действительно, почему говорю про стирки? Потому что нам не нужно ее сдавать в химчистку, нам не нужно ее вывешивать на балкон и мучиться. Нет, мы просто постирали в стиральной машинке. Из-за обилия деталей я, конечно, советую вывернуть наизнанку. Вот и все. Повесили, высушили. Оксана даже в глажке не нуждается. Потрясающе. Удобство, комфорт во всем. Ну, ты знаешь, в первую очередь, когда я приобретаю вот такие вот стильные, красивые вещи, ну, естественно, я женщина, я экономлю свой бюджет, как бы мне вещь не нравилась, но я всегда стараюсь обращать внимание на цену. Сегодняшняя цена, ты знаешь, она, мне кажется, бьет все рекорды низких цен. Это невозможно, казалось бы. Цена за куртку 3490 рублей. Настоящая зимняя теплая вещь. 5500 рублей мы экономим. Старая цена 9000 у нас не действует сегодня. У нас, я так понимаю, непромокаемая, непродуваемая ткань. Нет, да, что у нас за... абсолютно непромокаемая, непродуваемая, грязь несобираемая. Я тебе даже так скажу, несмотря на светлые цвета. И неубиваемая. И неубиваемая. Носим ее долгие годы. Ты знаешь, правильно сказала про выгоду, про экономию, что мы все рачительные хозяйки, что мы все пытаемся сэкономить. Знаешь, сколько ты экономишь на будущие года? Сколько ты еще можешь покупать вещей, потому что в следующем году таких цен, ну, их в этом-то году нету, Оксана, это какой-то подарок весенний. Причем ты сказала про зиму, тоже я с тобой согласна. И зимой, и весной эта куртка остается в нашем гардеробе. Это фантастический материал, который дышит, который буквально заставляет нас парить. И посмотри, какая подкладка сейчас нам Ульяна показывает. Цвет, цвет. Да, все подобрали. Но при этом она абсолютно шелковистая и красивая. Сколько здесь деталей. Об этой куртке можно говорить долго. Причем посмотри, вот эта атласная, совершенно фантастическая шелковая подкладка. Но понизу давай покажем.
важен вот этот элемент, девочки. Вот такая интересная вещь. Мы можем нашу куртку затянуть. Это абсолютно рабочая, да, история. И более того, нам не будет холодно. Куда угодно. На спорт. Да, гулять с ребенком, безусловно. Надевать ее в качестве даже нарядной вещи, конечно. Но самое главное, крой. Посмотри, у нас А-образный силуэт, но слегка приталенный. Это приталенный достигается именно за счет вот этих горизонтальных полосок и декоративных молний. То есть на самом деле никакой затяжки в области талии у нас не будет. Очень важно. На каждую фигуру мы можем ее надеть. Потрясающая курточка, которая идеально садится абсолютно на каждую фигуру. Пока 4 цвета у нас есть в наличии. Выбираем размер в размер или как у нас? Ты знаешь, можно даже смело взять себе на размер больше. Я тебе тоже советую, если вот захочешь. Потому что я люблю на зиму покупать вещи на размер больше. Я тоже люблю оверсайз, особенно верхняя одежда. Сама куртка по себе, если брать размер в размер, идеально сядет на вашу фигуру. Здесь у меня сомнений никаких. Причем она настолько свободная, что под нее можно еще и свитер надеть смело, довольно толстый. Почему говорят, что и в зиму, и в весну оставляем? Да, зимняя вещь. На осень идеальное решение. На весну тоже торопитесь. 58 размер у нас в ограничении, мне подсказали. Поэтому если вы 58 размера, то сделайте звонок прямо сейчас. Не дожидайтесь, не думайте. Тем более сразу же хочу сказать, что у нас звонок абсолютно бесплатный из любого уголка России. Если вы видите сейчас, если вы смотрите наш канал прямо сейчас, это говорит о том, что доставка в вашем городе существует. Мы не фантастика, мы абсолютно реальность. Нас можно потрогать, пощупать, получите курточку, оплатите потом. Вы ничем не рискуете, вы рискуете только тем, что курток может просто-напросто не хватить. Номер лота 86-877, цена 3490 рублей, не 9000, как могло бы быть. Успейте купить эту куртку прямо сейчас.